Джай Шри Кришна Чайтанья Прабхунит Ананда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Харе Кришна. Продолжаем обсуждение. Нектара преданности. 9 глава. Продолжение обсуждения принципов преданного служения. Мы продолжаем обсуждать анги Бхакти. Мы с вами сейчас на Арчина. 31 анга. Шилбрупада объединяет в действительности 31 и 32. -ю. О, нет, 30 анга. Арчина. Шилопропад объединяет 30 и 31 Арчана и Паричария. Обе имеют отношение к божеству. Сегодня у нас, да, мы продолжим сейчас обсуждать Анги начиная с Арчины. Сегодня. И сегодня у нас есть интересные моменты философские в связи с Санкиртаном с прославлением Господа Его имени качество деяний. Это 33 анга будет. Итак, Арчина. Есть разные виды преданного служения, различные анги, имеющие отношение к божеству, к поклонению божеству. Но Арчину выделяют отдельно по той причине, что Арчину совершать не необходимо предварительно э, проведя пурванга кармы. Пурванга кармы – это очистительные процедуры, которые, цель которых очистить тело и ум. Они а включать в себя произнесение а, определенных мантр. И вот таким вот образом Арчина выделяется из всех видов поклонения Господу в храме, пуджа и арати, которые, которые производятся после Пурванга кармы. Другие виды преднаслужения в связи с божеством, божеству Господа в храме, которые тоже также Могут совершать только браманы, квалифицированные браманы. Тем не менее, совершаются без пурванга кармы. И они выделяются отдельно, как, друг, как отдельные анги. В том числе и паричари. Паричари – это пышное поклонение Господу в храме, подобно тому, как поклоняются царю. В тексте Нектара преданности» мы с вами можем видеть, что Шилпрупада Арчина – и паричарья объединяет вместе, но в оригинале в бхактире Самрета они разделены. И разделены вот лишь на этом основ одном основании: что паричарья поклонение, включающее в себя чамары, занты э и так далее. Подробно это не описано в бхактире Самрета и нектаре преданности. Подробно различные анги, включающие, включенные вот в эти две анги. То есть варчину включено, включены другие анги. То есть мы определение анги помните, да, с чего мы начали. Что анга – это какое-то одно действие или какая-то группа действий. То есть анга называют иногда группу действий, включающие в себя множество других анг. Таким образом, в Арчине есть различные анги внутри и паричария, поклонение Господу, пышное поклонение, подобно тому, как поклоняется царю, тоже включает в себя множество анг. Подробно эти анги описаны в Харибакте Веласе. Здесь, их, здесь этого подробного описания нету Здесь нам достаточно понять суть, что есть различные процессы преданного служения в связи с поклонением Божеству. И Арчина, и Паричария разделены, хотя и то, и другое является поклонением Божеству на основании того, что Арчина подразумевает Пурванга кармы, очищение тела и ума с помощью произнесения мантры предварительной, прежде чем человек начнет само поклонение. Тогда как другие виды преданного служения не подразумевают этих мантр, их совершают просто, берут и совершают. А, также, которые доступны преданного которые доступны тем, кто не является квалифицированным браманом, то есть получение даршина, выражение почтения и так далее, тоже они выделены отдельно, они не включены в арчину. Понятно, да? Надеюсь, сейчас мы прояснили, что различные виды преданного служения не, не являются арчиной, вот на этом основании курваланга кармы, и также паричария подразумевает тоже совершение квалифицированными браманами, как правило, тогда как другие виды служения, которые были уже перечислены, они не включены ни в Арчину, ни в Паричарию, хотя также являются поклонением божеству, потому что их могут совершать те, кто не является квалифицированным браманом, кто, а, То есть любой, любой, фактически может зайти в храм и выразить почтение Господу. Для этого не нужна никакая специальная квалификация достаточно лишь веры и желания выражать Господу почтение. Приводятся различные шлоки, которые подчеркивают могущество этой анги и паричарья. Да. Давайте, давайте прочитаем Арчина и паричарья в тексте нектара преданности, как это все описано Шилу Пропадой. Итак, Арчина Арчана – это поклонение божеству в храме. Поклоняясь божеству в храме, человек на практике подтверждает, что является духовным существом, а не телом. В десятой песне Шримад Бхагаватам 81.19 рассказывается, как Судама, близкий друг Кришны, по дороге к дому одного брамана говорил сам себе, «Достаточно просто поклоняться Кришне, чтобы обрести все наслаждения рая, освобождения» господство над планетными системами Вселенной, все богатства этого материального мира и мистические силы, приносимые практикой йоги». Да, то есть в этих словах Брамана Судамы перечисляются плоды, да, то, чего можно достичь поклонением Господу в храме, да, совершением арчины. Это райские планеты, освобождение, власть над какими-то планетными системами, мистические совершенства, богатства – и так далее. То есть, в общем-то, все, чего можно достичь через другие религиозные процессы, также можно, может быть достигнуто всего лишь одним действием, то есть поклонением Господу в храме Арчиной. И здесь, здесь наши Ачарьи, комментирующие Бхагавадзе Синху, подчеркивают, что все это относится к любым другим андам в в нескольких ангах в Бхакти Синхва, как вот мы сейчас идем, по списку обсуждаем ангу за ангой и в комментариях к некоторым ангам периодически наши очаи подчеркивают, что все это относится и к другим ангам тоже. То есть, когда цитируются шастры из Падма пурана из Шримад Бхагаватам, Приводятся цитаты, показывающие, какое могущество и какое благо, какой, каким могуществом обладают анги-бхакти, какие результаты они дают, какие блага они приносят. И выбираются цитаты, соответствующие, вот здесь поклонение Господу, в храме имеется в вот виду, здесь Арчина, выбираются соответствующие цитаты. И наш Ачарь напоминает нам, что то прославление и перечисления плодов к той или иной анге одинаково справедливо и к другим ангам бхакти, ко всем 64 фактически. И мы видим здесь перечисление второстепенных плодов. Это делается для того, чтобы показать исключительность преданного служения, его независимую природу, не для того, чтобы вдохновить нас стремиться к обретению мистических совершенств, не для этого, а для того, чтобы показать, что бхакти не зависит ни от чего. И если человеку нужно достичь райские планеты или обрести мистические совершенства или богатства, какие-либо освобождения, то он может одним преданным служением этого достичь. Ему не нужно специально совершать различные процессы из системы кармы, гианы или йоги. То есть это, эти цитаты демонстрируют могущество Бхакти и его независимую природу. Те цитаты, которые говорят о второстепенных плодах. Первый важнейший и как бы высший плод Бхакти – это пробуждение экстатической любви, бавы, пробуждение любви к Богу. Вот это плод, истинный плод совершения. Бхакти, но мы часто будем читать вот такие цитаты. И нужно понимать, что смысл этого в том, чтобы прославить процесс преданного служения. Лишний, лишний, раз не будет, не будет лишним. Но каждый раз это делается для того, чтобы подчеркнуть, что бхакти превосходит любые другие пути и не зависит ни от каких других путей. Напротив, другие пути зависят от бхакти. То есть чтобы обрести мистические совершенства через практику йоги, йога должна быть совмещена с бхакти. Без бхакти йога не дает мистических совершенств. Также и с кармой, чтобы подняться на райские планеты, карма должна содержать в себе бхакти. И тогда человек сможет подняться на райские планеты. В этом смысле, вот именно таким образом, именно благодаря бхакти человек может отправиться в рай, обрести освобождение, мистические совершенства, богатства, любые блага. То есть это настоящая слава преданного служения, но истинным его плодом является нечто большее, чем все перечисленное, а именно пробуждение любви к Богу. И так далее Шилу объясняет теперь эту цитату. События, послужившие поводом для приведенных слов Судамы, таковы. Шри Кришна велел своему другу Судаме отправиться в дом какого-нибудь брамана и попросить немного еды. В это время браманы проводили большое жертвоприношение, и Шри Кришна велел судами настоятельно попросить их, сообщив, что Кришна и Баларам проголодались и нуждаются в пище. Браманы ничего не дали пришедшему судами, но их жены, услышав, что Шри Кришна хочет есть, в тот час собрали много всякой вкусной снеги и поспешили к Шри Кришне, чтобы предложить ее ему. В Вишнурахасе также говорится, в этом мире любой человек, поклоняющийся Вишну, может без труда достичь вечно блаженного царства Бога Вайкундхалоки. Это тоже не высший плод достижения обители Господа Вайкундхалоки. Безусловно, развитие любви к Богу подразумевает, что человек возвращается в эту духовную обитель. Но когда возвращение в духовный мир отдельно упомянуто, какой-либо цитате, в каком-либо утверждении шаса, то это утверждение фактически приравнивается к Мокше, к освобождению. То есть вернуться в духовный мир, достичь духовной обители означает обрести освобождение от Самсары. Там, в духовной обители Господа, нет рождения и смерти, и нет материальных страданий. Но когда подчеркивается именно любовь к Богу, развития Кришна прямый, вот тогда мы можем в точности засвидетельствовать, что эта цитата говорит о высшем плоде, о высшем результате, который может дать Бхакти. Далее еще одна цитата из Вишнурахасии. Тот, кто может устроить, чтобы Господу служили, вот это уже паричария Шилпарупада не выделяет в своем... В нектаре предности в тексте Нектаре преданности отдельно эту ангу. В действительности это 31 анга, паричария. Разницу, чем это отличается от арщины, мы с вами уже обсудили, это поклонение Господу. Подобно тому, как поклоняются царю, и эти виды служения, пышные, они подразумевают, что Человек может их совершать предварительно, не совершив, не совершив Пурванга карму. И так далее. Тот, кто может устроить, чтобы Господу служили так же, как царская свита служит царю, после смерти несомненно вознесется в обитель Кришны. Далее Шилапрапада рассказывает. Действительно, храмы в Индии во всем похожи на царские дворцы. Это необычные здания, потому что поклоняться Кришне нужно так, как поклоняются царю в его дворце. Во Вриндаване сотни храмов, в которых божествам оказывают царские почести. В Нараде и Пуране говорится, тот, кто пробудет в храме, проведет в храме Господа хотя бы несколько мгновений, наверняка сможет достичь трансцендентного царства Бога. Итак, пару моментов, на которые следует здесь обратить внимание. Вот это паричария, пышное поклонение, подобно тому, как поклоняются царю, в основном присуще поклонению в храме, то есть это такие виды поклонения совершают в основном в храме. Это также может быть организовано состоятельными людьми богатыми людьми, у которых есть большие финансовые ресурсы. Поклонение божеству дома не обязательно будет включать в себя элементы паричари. Там будет арчина, предложение определенного, определенного количества упачар, определенного числа упачар, элементов, и какие-то простые декорации с помощью цветов каких-то предметов. Это все уже такой момент творческий лично зависит от возможностей, возможностей в плане времени и средств. Лично зависит от того, кто поклоняется. Но храмовое поклонение на уровне домашнего поклонения не имитирует. В этом нет необходимости. Это даже может стать проясы или тем, что помешает преданному служению. Это хорошая тема по поводу поклонения Господу дома, чем оно должно отличаться и чем оно не должно отличаться от поклонения в храме. Есть множество цитат Шилла которые проливают свет на это. У меня сейчас их нет под рукой. Есть цитата Шилопра где он как раз говорит, что не надо устраивать пышное поклонение, занимающее, требующее множество, много времени и сил. Здесь не имеется в виду, что надо кое-как совершать арчину. Арчину нужно совершать. То есть есть минимальное количество упачар, есть стандарты чистоты. Стандарты чистоты – это неприкосновенный вопрос в поклонении Божеству. Но когда Шилупропад говорит, не надо устраивать дома пышное поклонение, требующее много сил и много времени, имеется в виду уже паричария, вот это царское, роскошное поклонение, оно требует ресурсов в виде людей, даже количество людей необходимо, которые будут обслуживать божество всячески. И если это будет делать одна семья, у них не останется времени на Шраванам и Кертанам, у них не останется времени на зарабатывание денег или на служение миссии проповеди сознания Кришны. То есть это непрактично, это неправильно, и это будет вредить бхакти. То есть если мы устроим арчуны пречарию, копируя храм в своей семье, где полтора человека могут поклоняться божествам иногда, Иногда полтора в лучшем случае. Почему полтора? Потому что женщины не могут поклоняться круглый год. То есть несколько дней в месяц они не могут поклоняться. Получается, что в эти дни кто-то другой должен поклоняться. И он должен быть этот, этот кто-то другой. То есть это непросто. Поэтому нужно подумать несколько раз, прежде чем начинать поклонение Господу дома. Это один момент. Вот в этом абзаце по поводу паричари не все надо копировать с храма, но есть вещи, которые едины. Стандарт чистоты и количество пачар, количество арати может отличаться дома также. То есть, Арти в храме э, могут проводиться больше и чаще, да, пять арти в день, да, тогда как дома человек может ограничиться двумя или одним арти в день. И э, другой интересный момент: здесь Шалбрупада ссылается на, на Ради Пурану, где говорится, что тот, кто проведет в храме несколько мгновений пропад» переводит как несколько мгновений. В оригинальной шлоке из Наради Пурана говорится о мухурте или половине мухурты. Говорится, что если человек проведет в храме 48 минут, мухурта это примерно 48 минут. То есть он, если он проведет в храме 48 минут, потом говорится, даже если половина мухурты, то есть 24 минуты, то тогда он сможет достичь Царства Бога. Что говорить о, о, о тех, кто поклоняется Господу роскошно, подобно тому, как поклоняются Царю? А что говорить о тех, кто непосредственно занят в варчине и э, паричарии в различных видах служения Господу? Если даже тот, кто просто зайдет в храм и проведет там несколько минут, сможет достичь трансцендентного Царства Бога. Далее. Из этого следует, что богатые люди должны строить великолепные храмы. То есть богатые люди лучше пусть строят храмы, чем тратят время на пышное поклонение у себя дома. Должны строить великолепные храмы и организовывать в них поклонение в вишну так, чтобы привлечь в эти храмы людей и тем самым дать им возможность танцевать перед Господом, петь святое имя Господа или слушать звук святого имени. Таким образом, каждый получит шанс вознестись в Царство Бога. Иными словами, даже обыкновенный человек, посетив такой храм, сможет обрести высшее благо, не говоря уже о преданных, постоянно занятых служением Господу в полном сознании Кришны. Еще один важный момент – в связи с организацией поклонения Господу в храме, Шилбропада освещает это с позиции проповеди сознания Кришны, подчеркивая основную цель строительства храмов и организации поклонения в храме. Основная цель ⁇ это привлечь людей в храм, дать им возможность посетить храм, выразить Господу почтение, поучаствовать в других видах преданного служения, услышать о славе Господа, услышать святое имя. Таким образом, провести в храме несколько минут, таким образом обрести благочестие, духовное благочестие, которое поможет им в ближайшем будущем вернуться в духовную обитель Господа. То есть цель спасения падших обусловленных душ цель проповедь, цель строительства храмов и организации поклонения божеству в храме привлечь людей к этому, занять их служением Господу далее. Об этом говорится в четвертой песне Шримад Бхагаватам, где царь Притху обращается к своим подданным с такими словами. Дорогие граждане, помните, что только верховная личность Бога, Хари, на самом деле может освободить падшие обусловленные души. Даровать освобождение обусловленным душам не способен ни один полубог, так как полубоги сами обусловлены. Одна обусловленная душа не может освободить другую. Только Кришна или Его истинный представитель могут освободить ее. Воды ганги, вытекающие из пальца на ноге Господа вишну, стекают на землю и другие планеты, даруя освобождение всем обусловленным грешным живым существам, не говоря уже о людях, всегда занятых служением Господу. Освобождение гарантировано им, даже если на них лежит бремя греховных поступков скопившееся за многие-многие жизни. Конец цитаты. Иначе говоря, человек, поклоняющийся божеству в храме, может свести к минимуму все последствия греховных поступков, совершенных им за многие прошлые жизни. Любая анга уничтожает последствия миллионов и миллионов грехов, совершенных в прошлом. Здесь опять следует помнить, что вот эти прославления, как в частности способность уничтожать грехи, относятся к любой ангебакте, в том числе поклонение Божеству, также это справедливо и к санкертанам, прославлению Господа, что будет дальше в тексте. Поклонение божеству в храме уже было описано, и нужно стараться как можно тщательнее выполнять все эти правила и предписания. Закончим с Арчиной. Можно задать вопросы, если появились. Следующее пение. Хорошо, о пении здесь не сказано много. Петь песни, сложенные специально для прославления Господа. И приводится цитата из Линга Пураны. Браман, постоянно поющий славу Господа, несомненно достигнет планеты, на которой живет сам Верховный Господь. Господь Кришна ценит такое пение даже выше, чем молитвы, возносим, возносимые Ему Господом Шивой. Здесь есть тоже в оригинале подчеркивается, что почему здесь в оригинале в Шлоке, в санскрите... Нет, не найду ее сейчас. Даже, есть, даже Браман, говорится, что даже Браман, поющий славу Господу, несомненно, достигнет планеты, на которой живет сам Верховный Господь. И почему даже? Потому что Браманам запрещено петь песни. Традиционно Браманы произносят мантры на санскрите во время жертвоприношения, во время поклонения Господу. Они возносят молитвы, составленные на санскрите, это безусловно, но петь песни на распев, да? Так. Браманам запрещено. Но если Браман нарушит этот запрет и, так сказать, опустится со стандарта своей касты, и будет петь, прославляя Господа его качество и деяния, то он несмотря на то, что он нарушил таким образом общее правило для браманов, не петь песни, он сможет достичь планеты, на которой живет сам Верховный Господь. Вот таким образом Кришна ценит пение выше, чем даже молитвы, вознесенные ему Господом Шивой. То, что даже браман, который вроде бы не должен петь, но если он будет петь, Кришна это оценит и поможет ему достичь духовной обители. И далее Санкиртана. Вот здесь у нас есть интересные философские моменты. Санкиртана. Санкиртана может относиться к воспеванию деяний Господа, лила, Лила Санкиртана, получается, его качество, Гуна Санкиртана, Нама Санкиртана, его святое имя, и Рупа Санкиртана, его облик, его транс трансцендентную форму. Вот это называется Санкиртаной. И Санкиртана означает также совместное пение святого имени, когда несколько людей, много людей собираются вместе и поют. Дживига с вами Бхакти Сандарпхи тоже обсуждает вот, этот, вот эту ангу Санкиртану и подчеркивает, что это что Санкиртана, когда мы берем вот это слово значение сам совместное, когда много людей собираются, более могущественно, чем Киртана, чем когда человек сам повторяет, когда его никто не слышит, когда он сам для себя повторяет, читает вслух повествование о Кришне или произносит Святое Имя и слушает сам это Святое Имя. Это очень могущественные процессы, бхакти. Но санкиртана более могущественна, чем киртана. То есть под киртаном подразумевается, что человек говорит или произносит, а другие его слушают. И когда никого нет то он произносит сам и сам слушает. Это киртаном называется, шрамным киртаном. Да, он возможен для одного человека даже. Я прочитаю сейчас шлоку, которая тоже может нас вдохновить, вдохновить нас в тех ситуациях, когда у нас нет возможности Слушать нет возможности а живого прямого общения с преданными. Итак, это цитаты из Бхакти Сандарпхи Анучхеда 262. Если человеку не повезло, так хорошо, что он имеет возможность слушать от великих преданных. Тогда он должен повторять для себя самого, ибо слушание самый главный процесс. Это утверждение. Да, это цитата из Бхакти Сандарп. Итак, суть простая. То есть, когда человек, человек не имеет возможности слушать святое имя или. Шримад-Бхагаватам от чистого преданного, то он должен сам произносить святое имя или вслух декламировать Шримад-Бхагаватам и слушать сам, для себя самого, поскольку слушание – процесс наиболее важный из всех видов преданного служения. То есть слушать надо даже самого себя, да, если это истинное послание. И затем uh, Джива с вами приводит шлоку 1.5.11 и Бхагаватам Виплаво. Известная шлока, в ней говорится, что сочинение, состоящее из описания трансцендентного величия, имени, славы, форм, игр, безграничного Верховного Господа, резко отличается от них, имеется в виду, от мирских произведений. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых совершит переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Здесь говорится о некоторых несовершенствах. И если у нас нет возможности слушать Шримад Бхагаватам или слушать Святое Имя из уст чистого преданного, мы должны произносить Святое Имя и читать Шримад Бхагаватам так, чтобы слушать самим от себя. Настолько это важно. И в этом стихе говорится о том, что предназначение этого произведения — совершить переворот, виплаву в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. То есть здесь говорится о важности процесса слушания, и если не от кого слушать, нужно слушать от себя самого. Вот такое интересное утверждение. Интерпретировать не нужно, да, здесь следует добавить, что не, человек, который не является самореализованной личностью, не сможет должным образом объяснять шлоки священных писаний, он должен принимать то значение, которое дают чистые преданные. И на этом ограничиться. Не спешить с тем, чтобы делиться своим личным пониманием какой-то шлоки. Это, не, это для обусловленных душ не так важно. Все наше понимание, все, чем мы делимся, это понимание, которое мы получаем от чистых преданных. Ну, это уже деталь, на которой может быть, сейчас не надо фокусироваться, а вот на том, что процесс Шравна и нам настолько важны, что человек должен это делать сам, даже когда у него нет возможности слушать послание и, и святое имя от чистых преданных. И далее Джилга с вами поясняет, о, точнее, он приводит отрывок из комментария Шидара с вами вот к этому стиху. Шведар с вами, изначальный комментатор Бхагавад, там говорит, если есть тот, кого можно слушать, то преданный слушать святое имя и другие прославления других аспектов, да, таких как Лилы, качества. Он слушает это святое имя от него. Еще раз, если есть тот, кого можно слушать, то есть квалифицированный преданный, то преданный слушает святое имя от него. Если есть слушатель, то преданный повторяет святые имена для его блага, для блага этого слушателя. Если же нет ни того, ни другого, то преданный воспевает сам для себя. Да, здесь про святое имя говорится, но в контексте нужно понимать, что имеется в виду также, и этот принцип распространяется и на слушание воспевание его формах формах Господа, его качествах и деяниях. То есть для самого себя, если нет никого больше. Настолько важен этот процесс. Да, и здесь, здесь как бы сливаются, объединяются Шрауном и Киртоном, но это справедливо для Киртона. Когда мы сами с собой, то здесь одновременно происходит и Шрауном, и Киртоном. То есть, когда мы произносим Святое Имя, мы слушаем Святое Имя. Когда мы Читаем Шримад-Бхагаватам, естественно, мы одновременно и читаем, и слушаем. Ну, таким образом, заключение можно сделать на основании того, что если читать Джапу и читать книги Шилопропаады, то все получится, мы сможем духовно прогрессировать, даже если нет великого преданного лично перед нами, да, чтобы слушать от него. Так, это было Киртоном, но наша цель сейчас Сан-Киртона. Когда, да, когда много людей собираются вместе прославлять Господа этот процесс, сан он более могущественный, еще более могущественный. То есть нужно стремиться к тому, чтобы воспевать святые имена в обществе преданных, вообще совершать преданные служения в обществе преданных это санкертона и это более могущественно чем индивидуальная практика. Давайте прочитаем шлоки цитаты которые здесь приводится в пользу санкертаны. В Вишнудхарме есть слова, превозносящие совместное пение святых имен. О царь! Слово Кришна обладает такой силой, что всякий, кто поет это святое имя, немедленно освобождается от последствий греховных поступков, накопленных им за много-много жизней. Конец цитаты. Далее Шилабрупада. Это факт. В читании Чаритамрити имеется следующее высказывание. Человек лишь раз, произнесший святое имя Кришны, может нейтрализовать больше греховных поступков, чем способен их совершить. Грешник может совершить очень много грехов, но никто не способен совершить их столько, чтобы имя Кришна, произнесенное один раз, не смогло бы их нейтрализовать. Вот в этой связи опять в комментарии к Бхактира Самратасинху с вами подчеркивает что хотя здесь речь идет о воспевании имени Кришны, следует понимать, что любое другое имя Господа приносит такое же благо, ну, уничтожение последствий греховной деятельности. Что еще? И любая анга приносит такое же благо, уничтожение греховной деятельности. И также э, не только прославление имени Кришны, не только прославление других имен Господа, но и прославление э, Его качества деяний также обладает это, этим э, трансцендентным могуществом уничтожать последствия грехов. И все это пере, вот эти второстепенные, это в действительности второстепенный плод практики Бхакти, освобождение от последствий греховной деятельности. В контексте, в свете реального могущества Ангбхакти и, в частности, повторения святых имен, этот плод абсолютно незначительный. Он не является чем-то серьезным, да, уничтожение грехов. Для карми... И для Гиани освобождение от последствий греховной деятельности, от последствий кармы вообще является очень большим достижением. Последствия греховной деятельности тормозят кормии, препятствуют его наслаждению в этом мире. Последствия греховной деятельности плюс последствия благочестивой деятельности препятствуют освобождению для Гиани. Поэтому для всех, для них очень большое дело уничтожение последствий греховной деятельности или уничтожение последствий кармы. Но для святого имени или для других ангбакти это нечто незначительное. Но... Далее. Из седьмой песни Шримад Бхагаватам. Рахлада Махараджа обращается к Господу с такой молитвой. О Господь Нарсимха, достигнув положения Твоего слуги, я получу возможность слушать о Твоих деяниях. Ты высший друг и высший объект поклонения, Твои игры трансцендентные, и просто слушая о них, человек может очиститься от всех своих грехов. Поэтому мне незачем беспокоиться о своих прошлых грехах, ибо просто слушая о твоих, о твоих, играх, я освобожусь от всей скверной материальных привязанностей. Деяния Господа воспеваются во многих песнях, например, Брахман Самхити, пропетый Господом Брахмой, Нарада Панчаратры, пропетый Нарады Муни, и Шримад Бхагаватам, пропетым Шукадевой Госвами. Любой, кто услышит эти песни, легко сможет вырваться из тисков материальной скверны. Ничто не должно мешать нам слушать эти песни о Боге. Они передаются из уст в уста в течение многих и многих миллионов лет, и люди до сих пор получают благо от них. Что может помешать нам в настоящее время воспользоваться ими и обрести освобождение? В первой песне Шримад Бхагаватам ему не говорит своему ученику Вьяса Деви. Шлока 1.5.22 Дорогой Вьяса, ты должен понять, что люди, совершающие аскезу и налагающие на себя покаяние, изучающие веды, проводящие пышные обряды жертвоприношений, поющие ведические гимны, размышляющие о трансцендентном знании и щедро раздающие милостыню, за все эти благочестивые дела просто удостаиваются место в обществе преданных, воспевающих славу Господа. Иначе говоря, здесь утверждается, утверждается что воспевание деяний Господа и прославление Его – это высшая форма деятельности живого существа. Это интересная шлока 1.5.22. Она является стержнем в объяснении с Танкиртоном. Сейчас я открою ее, прочитаю из Шримад Бхагаватам Шилу 1.5. Нарада дает наставление в Ясады. 22. Она звучит иначе немножко здесь в самом Шримад Бхагавадам. Идам хипум састапасах шаватасья ва свиштасья суктасья чабудхидатта яго авичютор тахка вибхир нирупито ядуттамашло кагунану варна нам. Ученые круги пришли к определенному выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма и изучения ветв, Принесение жертвоприношений, пение гимнов и благотворительности находят свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах. А, здесь нужно очень много внимания, дорогие преданные. Даже не знаю, получится ли столько внимания сгенерировать в в процессе слушания, может быть, это нужно сделать читая самому. Ну, в общем, попробуем немножко пролить свет на эту шлоку. Что здесь, собственно, говорится? Здесь перечисляются, давайте по порядку, здесь перечисляются различные виды предписанные ведами деятельности, да? такие как изучение вед аскетизм, жертвоприношение, благотворительность, пение гимнов, да, вот эти виды деятельности. И эти виды деятельности разные люди совершают с разными целями. Кто-то желает достичь райских планет, кто-то освобождения, кто-то мистических совершенств, кто-то богатств, которыми он будет наслаждаться в этой жизни религиозная все это э, называется религиозной деятельностью, тем не менее. Хотя в них, во всем этом присутствуют материальные желания, э, люди делают это ради себя. Тем не менее, это называется религиозной деятельностью, потому что во всем этом присутствует бхакти преданное служение. То есть ведические пути содержат в себе бхакти всегда, потому что в этом секрет, в общем-то, ведического процесса, ведических процессов. Они поэтому эффективны, поэтому они дают результат, приводят к успеху тех, кто занимается ими, потому что там содержатся бхакти. И поэтому это называется религиозной деятельностью, потому что в них содержится бхакти. И именно бхакти является причиной того, что человек достигает успеха в этой деятельности. Вот такой смысл вот этого стиха, что бхакти является причиной, это одно из значений стиха, у него есть несколько значений, и одно из значений этого стиха, наиболее важных, это то, что бхакти независимо само по себе, то есть мы можем вот все, что все, ради чего люди этим занимаются разными видами религиозной деятельности: освобождение, райские планеты, материальное процветание, мистические совершенства. Все это можно достичь без этих процессов. То есть вот этот весь список можно взять, просто и выбросить. И никогда этим не заниматься заниматься только преданным служением. Если в нем будут материальные желания, соответствующие, то человек может просто через преданное служение всего этого достичь. И если наоборот, если в этих процессах не будет бхакти, то ничего существенного человек не достигнет. Даже плоды самих этих видов деятельности не будут достигнуты. Бхакти должно присутствовать. И здесь бхакти представлена именно санкертаной. То есть, если э, говорить еще более конкретно, то любые виды религиозной деятельности не имеют никакой ценности и не до... никакой пользы от них нет, если э, нет санкиртины, прославления Верховного Господа, Его трансцендентного имени, качества, деяний. Э, таким образом, чем бы человек ни занимался, если он не совершает санкиртину, то все его занятия бессмысленны каков смысл этого стиха. Здесь на самом деле очень много интересных граней во всем этом. Мне очень <laughs> сложно, я сам потратил какое-то время, чтобы разобраться во всем этом, по почитать комментарии. Ну, давайте попробуем. Здесь есть слово ⁇ Артха ⁇ Артха. АРДХА, Абсолютная польза. Здесь Артха переводится как польза. Но у слова Артха есть несколько значений. И Шилапрупада использует значение польза. Тогда как, если мы возьмем другие значения, одно из них причина, Артха это причина. Тогда мы получим вот этот смысл, о котором я говорил сейчас: что бхакти является причиной успеха во всех видах деятельности, предписанной ведами. Без нее, без бхакти, никто не сможет достичь успеха. То есть, бхакти, добавленная ко всем этим видам деятельности, является причиной артхой успеха. То есть, если, есть, если человек занимается кармой, то есть он кормит, а, и он совершает санкиртану, повторяет святые имена, то он сможет достичь сварги. Хотя и совершает оскорбление святого имени, считает, что это один из видов благочестивой обрядовой деятельности, описанный в Кармаканде. Тем не менее, Санкиртана даже на таком уровне, не, не свободное от оскорблений, становится причиной достижения райских планет. То есть Артха здесь, а Вичута Артха – абсолютная причина. Главная, единственная причина успеха на, на поприще различных э, видов религиозной деятельности. Именно бхакти в форме Санкиртана является причиной. А, другое значение смысл писаний. Шастры, которые предписывают эту деятельность, конечной целью своей имеют бхакти, то есть постепенно привести человека к бхакти. Вот такое значение. И здесь Брупада использует значение артха как польза. То есть в них нет никакого смысла, если они не ставятся в зависимости от бхакти, от которой они в любом случае зависят по вышеперечисленным причинам. То есть нет смысла заниматься чем-то, что не содержит в себе вообще бхакти никаким образом. То есть бхакти должно присутствовать везде. Все должно вести к бхакти, все должно вести к прославлению Верховному Господу. Да, если мы поймем э, значение артха как э, цель, это тоже одно из значений слова артха, что цель всех этих видов деятельности бхакти, то таким образом мы ограничим понимание этого стиха каким мы поймем его, очень ограниченно, То есть такое, такое понимание не, не, очи, не показывает очевидным образом зависимость всех этих видов деятельности от бхакти. То есть получается мы, даже, даже можно превратно понять и подумать, что бхакти зависит от этих видов деятельности. То есть если бхакти является целью всех этих видов деятельности, то есть мы совершаем карму, но высшая цель этой кармы ⁇ это прийти к Бхакти. Таким образом, мы ставим Бхакти э, в такое положение, э, в котором мы не можем, не можем увидеть его могущество. То есть ограничены ограничено в понимании могущества в Бхакти. Но, поэтому нужно... Э, но при этом это и не является неправильным. То есть в конечном итоге, если человек, чем бы человек ни занимался, если он в конце концов не приходит к Бакте, то он занимался этим зря, нет смысла, потому что цель всего Бакте, цель всех Вед Бакте, цель всех видов деятельности религиозной, предписанной Ведами Бакте. А, и таким таким образом надо комплексно понимать этот стих, беря значение, различные значения слова артха деятельность, совершаемая с материальными желаниями, вот эта вся предписанная, она, тем не менее, является и принимается как религиозная только из-за того, что в нем есть бхакти. Если нет бхакти где-то, это уже не религиозная деятельность, это уже не авторитетная, это уже даже не карма и не гьяна, это просто подделки. Бхакти должно присутствовать везде. Таким образом, бхакти в форме воспевания имен, качества и деяний Господа являются причиной результата или успеха артхи во всех видах деятельности. Вот Это шлока прославляет бхакти как исключительно верховное положение бхакти в форме воспевания и слушания то есть без бхакти эти виды деятельности бесполезны, но само бхакти от них не зависит, можно достичь всего этого и без этих видов деятельности, просто за счет лишь одного бхакти в форме санкиртаны. Согласно Падма Пуране, любая деятельность обязана содержать бхакти. Это Джива с вами говорит. Нет, это Вишвана Титакур говорит. Согласно Падмапуране, любая деятельность обязана содержать в бхакти. Без бхакти она бессмысленна. Чем бы человек ни занимался. Да, и другое значение. Это конечное значение Шастра. Бхакти является конечным смыслом всех священных писаний. Вопросы появились? Я проверил. есть, да, Матаджи, задавайте вопрос. Алина. Хари Кришна, принятие мои поклоны. Хотела спросить по поводу Бхакти. Вот говорится о том, что Бхакти человек получается святым именем вместе, то есть когда он святое имя получает. И вот некоторые преданные, они объясняют, есть, когда не дают... Прощения. Я не раз слышал, говорится, что Бхакти... Что бхакти получают вместе со святым именем. Ну, то есть вначале, когда человек только приходит в сознание, например, Кришны. И вот mm -hmm. я знаю два типа преданных: одни могут объяснить святое имя, делая скидку на то, что человек начинающий, и может не привлечься, и сказать о том, что это тебе принесет какие-то материальные даже плоды, даже такие как здоровье, там благополучие и все такое. И, с одной стороны, это абсолютная правда, но, с другой стороны, мы знаем, что это можно также отнести как, как бы к оскорблению святого имени. С другой стороны, есть преданные, которые прямо сразу в лоб говорят о том, что вот Кришна — верховная Личность Бога, и ты Ему должен служить, что тоже может, скажем так, психологически человек может быть не готов к такому пониманию. Вот вопрос как бы состоит в том, а насколько есть шансы вот Бхакти передать вот в таких объяснениях? И так ли это вообще есть? И как правильно поступать? Хари Криш. Как раз следующий пункт в моем конспекте. Хороший вопрос. О содержании Бхакти в других видах деятельности. Допустим, в карме содержится Бхакти. Представим, да? Вот эту классическую ведическую ситуацию, когда человек следует кармаканде занимается религиозной деятельностью различной. У него в основе этой деятельности исключительно материальные желания, ничего больше. Он просто религиозен, благочестив и хочет достигать исполнения своих материальных желаний законным способом, религиозно. Да, и он совершает карму. Его цель только материальные желания. Он совершает карму. И согласно Падма его карма должна обязательно содержать бхакти. Иначе не будет результата. И вот мы говорим о чем-то похожем здесь сейчас в вашем вопросе. И какой смысл в том, чтобы проповедовать, давать святое имя, как вот такую вот присадку, для того, чтобы как элемент, который поможет, так сказать, поднимет уровень гарантии, что мы достигнем желаемого исполнения своих материальных желаний. Какой в этом смысл? Э -э нормально, если я так сформулирую? Это соответствует тому, что Да, да, Хари Кришна. Ага. Да, и вот я ссылаюсь на классическую ситуацию в ведической системе, когда человек следует пути кармы, и у него там есть уже элемент бхакти. То есть отличие в чем? Ему даже не надо его добавлять, он там интегрирован, он есть уже там. И как раз благодаря ему человек продвигается, и может достичь райских планет. Что уж там о наслаждениях в этом мире. А? То есть небольшая разница, то есть уже есть. И что? что? Какое благо от этого получает человек? А, дело в том, что бхакти, присутствующие в карме, не обязательно становится причиной бхакти. То есть хотя бхакти может стать причиной плодов кармы, успеха в карме, оно не обязательно станет причиной бхакти. То есть бхакти у человека может не развиться. То есть человек, который практикует бхакти наряду с кармой, не получает плодов бхакти, прямых плодов бхакти. А какой прямой плод бхакти? Это бхакти. То есть когда бакте результатом бхакти является бхакти, это не про карми, у них такого не случается само по себе. То есть вот ведическое общество, люди совершают карму, в этой карме уже есть бхакти, но они полностью запутаны в последствиях кармической деятельности. Вспомните историю царя Пуранжины. вернее, историю царя Пуранжины рассказывает народному никому, царю Прачина бархишата, поэтому надо вспомнить историю царя Прачина бархишата. В чем его история, в чем его трагедия с точки зрения Народа Муни была? В том, что этот царь, прощенный Бархишат, благочестивый царь, был очень сильно поглощен кармической деятельностью, религиозной деятельностью, в которой, безусловно, было бхакти тоже. И таким образом обрекал себя на продолжение круговорота рождения и смерти самсары. И Нарду это очень расстраивало. И он пошел к царю Прощену Брахий проповедовать с целью вырвать его из этого омута кармической деятельности. И для этого он ему рассказывает эту историю аллегорическую про царя Пуранжину. То есть если бы бхакти, вот такое бхакти, которое используется как добавка в карме с целью принести, удовлетвор... принести плод в форме матери... материальный какой-то плод то тогда зачем нужно было бы на радимуне идти и вставлять, как, как можно выразиться помягче, вправлять мозги причинам брахишату? Старю, зачем? Он бы подумал, так он следует уже ведическому пути, там уже есть бхакти, так автоматически сам когда-то придет к Кришне. Нет, бхакти не становится причиной бхакти, вот не обязательно станет причиной бхакти. Необходимо проповедь созна чистого сознания Кришны. Необходимо, чтобы Нарада Муни пришел и объяснил человеку, что истинно, истинную ценность из всего, что ты делаешь, представляет только служение Господу. И истинным результатом всего, что ты делаешь, является привилегия быть занятым в служении Господу вечно, в его духовной обители, но сначала здесь, в этом мире. То все остальное лишнее. А, то есть человек должен получить знание, и вместе с знанием в нем должна пробудиться вера в бхакти. А, тогда бхакти становится причиной бхакти. И если вы заметили, то общение с садху явля, является а, с этой точки зрения, общение с чистыми преданными с этой точки, и получение знания от них является с этой точки зрения самым важным, самой важной ангой в бхакти. В недостат... при недостатке саду санги другие анги бхакти могут не становиться причиной духовного прогресса хотя и присутствует человек практикует но не прогрессирует потому что он практикует с материальными желаниями потому что у него он совершает оскорбления потому что он ценит плоды кармы и саму карму больше чем бхакти, потому что бхакти для него лишь второстепенный инструмент помогающие его материальным желаниям, так сказать, стимулирующие его материальную жизнь. За такое отношение к бхакти, практикующий бхакти, не получает плодов бхакти, его сознание Кришны не развивается. Таким образом, ссылкой на авторитетную систему ведическую, ссылкой на традиционную карму канду, которую вообще сейчас даже воспроизвести невозможно. Люди не квалифицированы для карма канды. Это сложнее, чем сознание Кришны мы можем доказать, что не надо сильно радоваться. Бхакти может не стать причиной бхакти. Это не обязательно. Необходимо много бхакти. Необходимо качественное бхакти, качественное понимание принципов сознания Кришны, качественная интенсивная практика, хорошее общение. Тогда бхакти становится причиной духовного прогресса, причиной Пробуждение сознания Кришны. В противном случае человек просто корми. То есть человек, который э, занимается кармой, который добавлена в бхакти, это называется не карма Мишра, Бхакти. То есть, когда карма, первая карма Мишра, Бхакти, это когда в основном бхакти, но добавлена карма. А когда бхакти, Мишра, карма а, то есть это наоборот, карма, которая добавлена в бхакти. А, Такую деятельность называют кармаканда, ее не называют бхакти. Бхакти там присутствует, но это не называется бхакти, это называется кармакандой. И человек, который ее совершает, эту деятельность, его не называют преданным вайшнавом, его называют карми. И вот эта бхакти в той форме, в которой она присутствует, в религиозной деятельности человека, недостаточно для того, чтобы он духовно развивался. То есть очень много ну, необходимо условий для того, чтобы бхакти принесло плоды в форме бхакти. Да, то есть бхакти породила бхакти. А, Видхи-нишетхи ⁇ правила и предписания. Человек должен обучиться следованию. Видхи-нишетхи садана бхакти ⁇ правилам и предписания ну, от истинного духовного учителя или учителей. А, следование Панчаратри. седанта, понимание должно быть, науки о Боге, науки преданного служения. Человек должен, это я перечисляю некоторые условия. Отсутствие оскорблений, он должен научиться избегать оскорблений. Он должен следовать шруте, смотрите, Пуранам, Панчаратаке, Священным Писанием в своей деятельности, не спекулировать, не выдумывать свои формы преданного служения. У него должна быть вера, шрадха, которая рождается как раз из общения с чистыми преданными, из, из знания, формируется на основе знания, которое получают из чистого источника и тому подобное. Множество условий. То есть это научный метод. Поэтому, если упростить, нужно ли вдохновлять людей повторять святые имена – обещая им, что это может освободить их от страданий или помочь выполнить материальные желания. В общем-то, это не запрещено, но при условии. Человек должен знать, при каких условиях это возможно вообще. То есть, потому что этого может не произойти, человек может быть настолько закоренелым, оскорбительным святого имени что он не получит, не, не по, может не получить никаких плодов вообще. То есть мы обманем, получается, человека. Скажем, вот ты повторяй, и uh, ты всего достигнешь. Но мы не можем ставить Кришну в зависимости от наших слов. Кришне виднее, чего он этот человек достигнет. Может быть, и не достигнет. Ну, то есть нужно uh, быть честными и комплексно uh, представлять этот предмет для человека что поклоняясь Верховной Личности Бога, ты можешь удовлетворить, обрести успех во всем по Его милости. Но это Его милость. То есть это подразумевается, что Верховный Господь должен быть доволен твоим служением. И это один аспект вот этой темы. Другой, Он сухрит, Он является лучшим другом каждого живого существа, Он заботится о благе каждого из нас. И бывает так, что когда он хочет пролить на кого-то свою особую милость, он, наоборот, лишает всех материальных богатств. Что это означает? Что Господь, он, являясь лучшим другом для каждого живого существа, заботится о благе каждого. И он знает, как вести нас по этому пути, и он знает, что для нас благо в конечном итоге. Поэтому, как бы упорно мы не просили чего-то, есть вероятность, что Господь просто не даст нам этого для того, что если он решит, что мы достойны чего-то большего, вот, если мы просим что-то материальное, но мы заслуживаем уже чего-то большего, а по глупости просим материальное, а Кришна хочет нам дать больше, то он может наоборот отнять у нас материальное и дать сознание Кришны. Вот. то есть мы должны объяснять человеку таким образом, что ты ничего не потеряешь. Да, если ты не получишь материальное, то Кришна даст тебе сознание Кришна. Это больше, чем материальное. Но если ты не получишь материальное и уйдешь, скажешь, а процесс не работает, ну тогда ты совершишь оскорбление и отправишься в ад постепенно или сразу. Вот, то есть это не не, должно, не нужно делать это таким простым. Это правда, поклоняясь Господу можно избавиться от материальных страданий, и никак иначе. Но человек должен быть готов терпеть и ждать, когда преданное служение принесет плоды. И также он должен обладать вот этим обширным знанием как, как все может развиваться и как оно вообще бывает, и на каких принципах это основано. То есть для любого преданного служения необходима вера. И чем э, сильнее эта вера, чем чище она и свободнее от гун материальной природы, тем лучше. То есть человеку нужно помочь развить веру в Верховную Личность Бога. Э, вера означает, э, подразумевает желание оставаться с Кришной при любых обстоятельствах, исполнит он мои материальные желания или не исполнит. То есть вера означает понимание положения Кришны как высшей абсолютной истины, верховного повелителя, причины всех причин. Вот это важно, иначе это не бхакти, это просто какие-то заклинания, это не мантра, это абракадабра, заклинания какие-то. То есть вер, уровень веры человека будет находиться на уровне вот невеж, такого невежды, который верит в, в могущество каких-то магических заклинаний и повторять мантру он может вот с таким же примерно отношением. Ну то есть проповедь означает мы должны давать людям знания, а не только практику. То есть вот в этом вопросе часто звучит именно только практика, отделенная от знания но практика она должна быть основана на знании поэтому мы даем самбанху знания и практику основанную на этой самбанхе Кришна верховная личность Бога поэтому мы должны служить ему от него все в любом случае зависит да он может исполнить материальные желания но если он не исполняет материальные желания в наших интересах все равно продолжать служение потому что вдруг вдруг исполнит исполнит позже но если мы оставляем преданное служение, мы падаем в круговорот рождения и смерти, мы теряем защиту Верховного Господа. Мы, тогда нам вообще не светит ничего хорошего. То есть у нас нет выхода. Это не опция. То есть сознание Кришны не является одной из опций. Сознание Кришны не является альтернативой к чему-либо. Сознание Кришны является абсолютной, абсолютной потребностью каждого живого существа. Вот это мы должны проповедовать. А что касается материальных желаний и их исполнения, то мы не должны отговаривать людей, слишком сильно отговаривать от преданного служения, если они не могут его совершать больше никак, кроме как с желанием достижения материальных желаний, исполнения материальных желаний. Вот, когда не совершай преданное служение. То есть, если ты, тебя беспокоит что-то, ты страдаешь, что ты естественным образом, спонтанно хочешь обратиться к Кришне за помощью, чтобы Он освободил тебя от страданий. Не только от ситуации. Пусть, пусть ситуация останется, может быть, ему виднее. Но за счет духовной реализации, за счет чистоты, чистоты сердца мы можем перестать страдать. Просто вот оставаясь в пучине материальных страданий, мы можем перестать страдать, стать такими антисептическими против этого. И мы можем обращаться, если, если мы хотим, то мы можем это делать. Это не запрещено. Но цель всего этого является чистая бхакти когда наш ум очистится, и от материальных желаний мы обретем бесстрашие. И ничего уже не будем бояться, ни о чем не будем просить, ни о чего не будем просить нас избавить. Также это все результат очищения, и средством очищения наиболее могущественным является преданное служение. Ну, как ответить еще? Короче, на этот вопрос? Мы не должны обманывать людей, мы должны давать им знания целиком. Можете уточнить что-то к своему вопросу, если я на что-то не ответил еще. Хари Кришна, спасибо. Да в целом понятно, что безусловно мы принимаем во внимание место, время, обстоятельства и непосредственно есть все равно какие-то ощущения от человека, с которым ты общаешься, да, в какой форме возможно ему преподнести информацию. Но я поняла, что так или иначе нужно стараться в целом передать вообще само послание, хотя бы, хотя бы как это возможно, наилучшим вариантом, но точно не спекулировать и не привлекать человека э, возможности обрести какие-то плоды. Угу. Да, он в любом случае их хочет. То есть даже в контакте с чистой проповедью чистого послания, все равно рождается смешанная в бакте с материальными желаниями. И очищение ⁇ это уже скорее результат продолжительной практики и общения с преданными. А когда человек вдруг утверждается в чистых мотивах, в чистых целях, это результат. То есть это приходит. Поэтому наша проповедь должна быть настроена на то, чтобы вдохновить человека на практику сознания Кришны, такой, какая она должна быть. А какая она должна быть? Она должна быть основана на Шроте, смотрите, Пуранах и Панчаратаке. То есть он должен основываться во всех своих действиях на шастрах. Внутри этого, если, если у него есть какие-то материальные желания, Господь может исполнить любые. Он может отправ, отправить его в рай, на райские планеты, даровать ему освобождение, все что угодно. Но истинное знание, оно должно приводить к принятию прибежища у Кришны, к принятию прибежища в процессе преданного служения, в авторитетном процессе, основном шастах. То есть важней, важной составной, составной частью всей практики является слушание чистого послания, постоянное слушание нитя, бхагавата, Севая. Если человек это будет делать, мы можем просто спокойно отойти в сторону и быть уверены, он станет чистым преданным. Нашта Бхадришу Нитя Бхагавата Савая. Если он постоянно будет слушать Бхагаватам, будет по ним стремиться понять науку сознания Кришны и будет стабильно воспевать святые имена, то он Абхадришу, он избавится от всего нежелательного сердца, от всех анарх, от всех материальных желаний. То есть это Чистота и свобода от материальных желаний это результат практики. Поэтому вдохновлять нужно на практику на правильную практику, а не на, а не на мотивы вдохновлять, как мы можем вдохновить на мотивы. То есть нужно делать правильные вещи, правильным образом практиковать сознание Кришны, и этот человек очистит и утвердит Господа в его сердце. То есть, как, как высшую цель, как высший объект поклонения. Все произойдет благодаря правильной практике сознания Кришны. На это нужно вдохновлять человека. И когда человек принимает сознание Кришны серьезно, то на самом деле внутри этого он уже имеет право попросить особо, а, а, об освобождении от страданий, попросить о том, чтобы что-то получить, что ему не хватает. А, то есть насколько чисты его мотивы в этом, Сложно, очень сложно судить о мотивах, но очень легко можно быть уверенным, что если человек следует авторитетно процессу сознания Кришны, то его мотивы очистятся, его ум очистится. Поэтому нужно вдохновлять на это. И мишра Бхакти или вот это бхакти, совершаемые с целью удовлетворения материальных желаний. В общем-то, интересная тема, и я нахожу для себя ее интересной, в том ключе, что многие преданные, неквалифицированные для чистого бхакти, внутренние неквалифицированные, дисквалифицируют себя еще сильнее, пугаясь Миша Бхакти. Понимаете, да? То есть люди не способны иметь полностью чистые мотивы, боятся поклоняться Кришне с какими-то мотивами. Таким образом, они лишают себя вот этого блаженства, поклонения Кришне. То есть они парализуют свой процесс сознания Кришны, свой рост в сознании Кришны. То есть я здесь не хочу поощрить материальные желания, я хочу поощрить сосредоточение ума на Кришне, вовлечение чувств в сознании Кришны, стремление к Кришне, живое стремление, живое желание. И, идти на контакт с Кришной, иметь связь с Кришной, даже если мы хотим чего-то. Это лучше, чем если мы будем пара, такими паралитиками, фанатиками, парал, парализованными фанатиками. Ой, это нечистая бхакти. Ну что значит вот это вот, ой, это нечистая бхакти? Это означает, что в этот момент вообще никакого бхакти, потому что на чистый человек не способен. На, на такое, по крайней мере, чистое, которое он Теоретически, о котором он теоретически знает лишь в теории, не имеет реализации. То есть Бхакти порождает Бхакти. Если мы следуем наставлениям истинного духовного учителя, следуем витхи, Нишетхи, правилам и предписаниям, если мы слушаем из авторитетного источника, бхакти развивается таким образом, мы не можем его вообразить, то есть мы не можем выдавить из себя мотивы, но мы можем обрести мотивы, общаясь с преданными, исследуя их наставлениям, служа. Чистым и преданным, мы можем очиститься и, измени... и достичь вот этого изменения в нашем разуме, а обрести чистые мотивы. Естественно, мы можем их обрести по милости Кришны, по милости чистых и преданных Кришны. Но вот так вот, думая, воображая, мы не можем их выдавить из своего ума. То есть, как нельзя сделать сладким какой-нибудь напиток, не насыпав туда сахара, просто мешает. То есть иногда то, что делают начинающие преданные, они пытаются мешать посильнее у себя в уме, чтобы вдруг там что-то появилось чистое. Но там его нету, поэтому оно, этот сладкий вкус там не появится, потому что там нет его. Это приходит из служения, из общения с преданными, из служения преданным, исследования процесса сознания Кришны. Это появляется сначала там. И потом уже можно испытать этот вкус чистого бакти, когда оно появится в результате служения. Хорошо, дальше что здесь можно еще? Ну, да, можете дополнить что-то еще, если еще что-то появилось или наоборот, что-то не прояснено. Кто-то еще, может быть, в связи с этим нет вопросов ни у кого. Ладно, а вот это Бхакти с материальными желаниями, точнее, карма-кандов, которые уже содержатся в Бхакти, народа уже отверкает, когда Ясадева написал все веды. То есть там было это все уже описано. Там были все эти виды деятельности, в которых так или иначе присутствовал Бхакти. Но Нарда Муни осудил веса, Деву сказал, что это вот причина твоей неудовлетворенности, потому что ты отождествляешь с телом и умом. Вот. Причина в том, что ты не описал непосредственно славу Верховной Личности Бога. То есть он осудил все веды. Поэтому проповедь, которая не содержит в себе прославления, трансцендентной формы, качеств и деяний, и имен Верховной Личности Бога, осуждается чистыми преданными. Осуждается чистыми преданными, потому что, как мы уже в начале этого обсуждения, обсуждения вот этого философского момента говорили, что бхакти может не стать причиной бхакти если в нем недостаточно знания, недостаточно общения с преданными, когда у человека доминируют материальные мотивы, кармические цели, то отношение к бхакти оскорбительное, может быть оскорбительным. Поэтому мы должны пробудить в людях благоговейное отношение к бхакти и к Кришне. И бхакти, даже если оно мишра, смешано с материальными мотивами, но содержит в себе достаточно, достаточно, яс, достаточно ясное знание о положении Верховной Личности Бога, то оно будет сопровождаться благоговением, почтением. И такой бхакти, вероятнее всего, даже если оно сначала Мишра, впоследствии очистится. В общем, движущей силой в прогрессе в сознании Кришны является сатсанга. Можно ничего не выдумывать, можно сильно не переживать ни о чем. Если у человека есть общение с преданными, и то правильное общение с преданными, то он Утвердиться на пути сознания Кришны, а вот эта стадия ништхи, утвержденности, подразумевает, что никаких мотивов у него ложных нет, он прекрасно понимает, в чем истинная ценность жизни, в чем истинная цель и знает, как ее достичь. Вот таковы плоды общения с преданными. Само по себе это не появится, сколько бы мы ни размышляли об этом. Итак, о Санкиртанам, что еще можно сказать, что Санкиртана – это прославление имени, качества, деяний Господа. Это лучшее искупление от грехов. Это привлекает внимание самого Господа и вызывает, приводятся цитаты соответствующие, где говорится о том, что одно даже имя Кришны, произнесенное однажды, может искупить огромное количество грехов, которые даже совершить невозможно. Далее приводится цитата в комментариях, что это привлекает внимание самого Господа. Господь думает о человеке, повторяющем святые имена, что я должен, я должен защитить его. Микрофон. Матаджи, Елена. Да. Спасибо. Я... Опять микрофон. Повторение святого имени Санкирта нам привлекает внимание Верховного Господа. И каким образом говорится? Господь думает: я должен защищать этого человека любой ценой, да, при любых обстоятельствах я должен защищ... защищать его. Да. Так думает Кришна о тех, кто повторяет святые имена. И далее третий можно выделить в третий плод вызывает пробуждение естественно, вызывает естественную поглощенность Господом. То есть святое имя Господа обладает трансцендентной потенцией вызывать поглощенность им у того, кто повторяет, то есть повторяющие святые имена утверждается как бы в Кришне в сознании Кришны, как Шил Прупада говорил, молодые люди, которые раньше не были религиозными, даже не ходили в ваши церкви, да, сейчас они без ума от сознания Кришны. Да, то есть человек становится одержимым сознанием Кришны это хорошая одержимость. И это результат повторения святого имени Господа. Уничтожение грехов отмечается также, что уничтожение грехов не является чем-то существенным. Истинный результат – это пробуждение экстатической любви к Богу. Это истинный результат Санкиртаны. И о Санкиртане говорится, что это более могущественно, чем медитация даже на уровне совершенства, самадхи. То есть мы можем ощущать, что медитация, йога на уровне самадхи, когда он теряет связь с этим миром, то есть это выше уже, выше хары дхараны, да, тхьяны, самадхи, совершенство. А медитация на вишну, даже на уровне самадхи, менее могущественна, чем шевеление губами для произнесения святых имен. То есть киртанам более могущественно, чем медитация даже на уровне самадхи. Мы немножко продолжим прославлять Процесс прославления. Да, получается, Киртаном это прославление, и мы должны прославить достойно этот процесс. Это э, главный процесс, главная религия для века Кали, санкертана прославление трансцендентных имен, качеств и деяний, верховной личности Бога. Это настолько могущественный процесс, что с его помощью можно очень быстро обрести чистую любовь к Богу, что уж говорить об освобождении от последствий греховной деятельности, что уж говорить об очищении ума, об освобождении от всяких посторонних мотивов и заблуждений. Все это незначительные плоды повторения святого имени и прославления деяний и качеств Господа. Этот процесс даровал любовь к Богу всегда, и в любые юги. Он не зависит от юг. Это не так, что он сейчас могущественнее. Вот, то есть Санкиртен обладает этим могуществом всегда. То есть всегда с помощью Санкиртены можно достичь духовного совершенства достаточно легко. Я здесь остановлюсь. Может быть, один вопрос еще можно обсудить, если есть. Вопросов нет, закончим. Шила правхупадаки джай, шила рупагосвамики джай. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе.